Доброе утро. Ой, сейчас нас забрызгают. Так красиво, что нельзя не поделиться этой утренней, отцветающей красотой. Пойдем плавать. Еще одна традиция у нас появилась, Вова, да, в прошлом году. Каждое утро и каждый вечер. Бугенвилии мы уже мало внимания уделяем. К магнолии мы ходим. Что ты сказал? Я говорю, бугенвилии мы меньше внимания уделяем. Как вообще не уделяем? Представляете, обычные цветы, к которым мы привыкли. Ну, бугенвилия, конечно, я ее люблю, и она мне нравится, но это для нас не диковинка. Мы 8 лет жили среди бугенвилий. А камсис растет дома. Дома. И у мамы растет, и у нас растет. Поэтому не удивить, нас не удивишь такими цветами. Нас уже магнолия не удивить. Куда? Туда. На мостик? Ну да, чисто к мостику тоже не ходить. А, да. Ну ладно. Слушай, а я тут проснулась. Да? Да, я уже проснулась вообще-то. И подумала, я же тебя. Одна. Мальвина. Как звали эту чувиху с голубыми волосами? Пропала Мальвина, подруга моя. Так что я Мальвина, переросшая. Ой, че я кричу. Рано утром это прелесть. Прелестная. Тут цветет, а это сосна цветет, представляете? Мы уехали от березы цветущей. Но береза уже вроде бы как перецветала, когда мы уехали. Это не все равно. Волчицы поют. Туда? Гулет? Гулет так гулет. Это удивительно, что нету. Кого? А? Кого нет? А, где-то летали, я видела уже. А вот и солнышко. Thank you.
Ой, я чуть не въехал. Ах, какое утро! Ах, какое солнце! Здравствуй, солнце! Здравствуй, море! Вау, красота! Ну, прыгай! Где далеко? Так это тренировка. Мучено. Да? Да. С этой ноги. Раз, два, три. На четвертый прыгай. Угу. Поехали? Да. Раз, два, три. Боже, какое оно уже ласковое. Ласковое, теплое. Море сейчас будет. Море будет сейчас. Ты смотри, какое. Какое? Хороший. Ряд какая-то. Эти пакетом воду несут. Куда? А, бассейн. Собой на родину. Нет, детский бассейн для деток, чтобы нагрелось. Вот оно. Ради чего мы сюда и приезжаем. Море, небо, горы. Море, которое смывает все тревоги, всю тоску, всю печаль. И небо, которое дает продышаться. Да, Вовочка? Да что? Главное, ты соглашаешься, а что, не важно. Вау. Ну и пусть престарелая Мальвина. Ну и что? Доброе утро, морешка. Тетя Солоха. Красивая, как в этом. Как в чем? Как в советских этих пабликах. Это я тебя одеваю, и ты идешь. Вот это вот, я тебя фоткаю, это, первая ныряешь, хорошо? Я первая ныряю? Да, смотри, давай. Три, четыре. Так. Лягушачьи лапки, давай. Ну! Лягушачьи лапки. Давай. Сама ты лягушачьи лапки. Не нажимай. Это более болтается, да? Угу. Ну ладно. А, ты вообще еще сильнее освободил. Так, первый пошел. Рыбка. Ну, а? А что, попой снести, да? Нет, тут передом надо идти. А выходить попом? Выходить попом. Вовчик, я буду сейчас писать. Ну, как иначе. Ты вчера вырезала, где... Ну, все, я сниму. Ух. А, ласту намочила холодная.
мальчик. Холодно. Можно я обратно? Куда? Туда. В море? Нет, тут. Вообще-то русалка обратно всегда. Туда. Русалка всегда. Я сегодня не русалка, я сегодня львина. Вот как ты умеешь. Нет. Давай, иди ко мне. Выключай, иди ко мне.